Самбо я начал заниматься в возрасте 7 лет. Меня привели туда мои родители, потому что я был очень активным ребенком, и мою энергию нужно было куда-то направить. Так как недалеко от дома была секция самбо, и родители знали старшего тренера, они приняли решение привести меня в эту секцию, чтобы я направил свою энергию в нужное русло. Мой стиль борьбы, наверное, самбо, можно описать как атакующий. То есть более такой развивающий, динамичный и старающийся получить преимущество, а не в защите сидеть, а больше атакующий. Но задача каждого спортсмена – не стоять на месте, а развиваться и каждый день становиться лучше, придумывать что-то новое, потому что если ты выступаешь и борешься на соревнованиях одним и тем же приемом, то твои соперники под тебя подстраиваются, и просто им будет легче защищаться. У каждого спортсмена есть своя мечта и задача твоя каждый день становиться ближе к этой мечте, но для этого нужно много работать. И когда ты идешь к своей мечте, это твоя основная мотивация для того, чтобы каждый день становиться лучше. Для меня быть чемпионом – это в первую очередь ответственность, потому что я непосредственно тренируюсь в школе. В спортивной школе у нас огромное количество детей, которые смотрят на меня, и для кого-то я являюсь примером. Поэтому я все время думаю о том, что кто-то будет смотреть и брать с меня пример. Поэтому в первую очередь это ответственность. Оп! Вторые начали. В какой-то период времени меня побудило стать тренером, совмещать работу спортсмена и должность тренера. Наверное, появилось время и желание передать свой опыт по нарастающему поколению. Плюс к этому, когда ты преподносишь детям самбо, ты для себя открываешь что-то новое. Ты смотришь на самбо, на спорт немножко с другой стороны, и какие-то новые для себя приемы и ситуации ты смотришь и открываешь по-другому. Безусловно, самбо развило во мне такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, благородство, самообладание, честность. И самбо создало меня как личность. Я всю сознательную жизнь занимаюсь самбо, и то, как я себя сейчас, то, что я из себя представляю, это все, безусловно, благодаря борьбе самбо.